Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухни на любой вкус. Сегодня готовим салат из молодой капусты. Такой салат можно сделать и на праздник, и к семейному столу. Салат простой, но с изюминкой. Итак, приступим. Нарезаем 600-700 грамм молодой капусты. Лук-порей, белую часть. Можно заменить его на небольшую головку салатного лука. А если кто не пробовал лук-порей, советую по возможности купить и попробовать. Он не такой острый, как обычный лук, и немного сладковат, особенно если его немного поджарить или протушить. Нарезаем 250-300 грамм крабовых палочек. Кладем все ингредиенты в глубокую емкость и натираем на крупной терке 100 грамм твердого сыра. Сыр, как и крабовые палочки, сделают салат более сытным. Для заправки я буду использовать сметану 200 грамм, 1/4 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки сухого чеснока и 1 столовую ложку сладкой горчицы. Все хорошо перемешиваем и заправляем салат. Мне очень нравится этот салат, он легкий и в то же время сытный, к тому же очень объемный и можно накормить всю семью. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус. Всем приятного аппетита и до новых встреч!